Дорогие друзья, сегодня 22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, который раньше располагался в центре города, сейчас находится здесь, перед бывшим домом культуры Новочеркасского завода синтетических продуктов. Коммунисты и патриоты города поздравляют вас с этим праздником. Дело Ленина бессмертно. То, за что он боролся, и те завоевания октября, которые были достигнуты, они велики. Особенно на фоне того разграбления страны, которое сейчас происходит. На фоне наступления на права и интересы граждан. 1 мая в Новочеркасске состоится очередная акция протеста против повышения пенсионного возраста, против роста цен и тарифов, против новых налогов. Приглашаем вас принять участие в акции протеста 1 мая. Общий сбор в 11 часов на площади революции на Кругу.